Еще одна наша чемпионка. Йошкар-Олинская силачка Алена Иванова стала сильнейшей на планете на прошедшем в Швеции чемпионате мира по жиму штанги лежа. Впрочем, почивать на лаврах пока времени нет. В эти дни спортсменка из Мариэл участвует в других силовых соревнованиях – чемпионате мира по пауэрлифтингу. Пауэрлифтинг не только до чемпионата доведет, но и до брака. Дмитрий Иванов и Алена Иванова. Два сильных человека, два сильных спортсмена, тренер и его подопечная. Вот уже год, как Алена представляет Мариэл на различных соревнованиях самого высокого уровня. А на днях силачка стала чемпионкой мира в жиме штанги лежа. К этому чемпионату готовились не так долго, потому что больше нацеливались на троеборье. Но получилось так, что выступив на чемпионате России по юниорам и пожав рекорд России, нас сразу же пригласили, получается, на чемпионат мира. Ну, без отбора вот тоже по жиму. И мы дальше нацелились именно вот на увеличение результата в этом движении. Чемпионат мира по жиму штанги лежа проходил в Швеции. Однако, несмотря на это, Алене приходилось бороться за первое место не с зарубежными спортсменками, а с подругами по сборной команде России. Не зря считается, что в данном, отдельно взятом виде троеборья, первенствуют атлеты как раз из нашей страны. В итоге для победы Ивановой хватило веса 157,5 килограммов. Эта работа, именно тренер-спортсмен, за этот период дала очень серьезный плодотворный результат. Алена очень серьезно прибавила во всех соревновательных упражнениях и вышла совершенно на новый уровень. В данном случае Дмитрий, анализируя и учитывая в этом тренировочном процессе свой опыт, я очень рад, что вот то, что он накопил, все знания, которые он накопил, тренируясь сам, сейчас вот он каким-то образом передает вот в данном случае спортсменке, и я считаю, от этого есть положительный результат. Gold medal, Леной Иванова from Russia. Призовой подиум Алена делила с другой нашей спортсменкой, которая стала второй. Впрочем, главные старты спортивного года для йошкар-олинской спортсменки еще впереди. В эти дни наша силачка выступает на так называемом безэкипировочном чемпионате мира по силовому троеборью. Ну а осенью Иванова выступит на первенстве планеты по пауэрлифтингу в экипировке. Получается, мы сейчас одновременно состоим в трех сборных России. Ну еще в трех. И в принципе у нас везде есть... Как-то даже не столько, ну сколько уже планы, вот как раз вот, ну не меньше первого, второго места. Наоборот, конечно, будем за первое место. Троеборье там очень сильное, ну как везде, но американцы сильные, норвежцы сильные тоже. Такие, ну придется как-то топтать их, стараться. Ну мы готовы. Добавлю, что о следующих успехах Алены Ивановой и других наших силачей в последующих выпусках информационной программы «12 новости республики».